Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Владелец этого имени должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим многочисленным достоинствам, таким как умение руководить большими коллективами, ясный ум, деловое чутье. Иногда буква «Эй» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Этим людям нравится спорт. Они физически развиты, сильны и выносливы. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Этим людям характерна внимательность к жизни. Согласное «Ше» в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. У этих людей отличается целеустремленность и реализм, а также выраженные качества лидера. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.